Выгибайся и вперед, давай, как Наруто. Майнив, но с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на видео с канала Валера Гостер. И это видео называется «Работа». Это одно из не самых новых видео, но оно должно быть супер крутым. Давайте посмотрим. Опа, Eminem. I play this black man. Don't eat your pants. Не ешь свои штанишки. Возьмите кружку и идите работать на ручки, своей клавиатуре. Ручки, не pants, а pants. Где ручки, моя клавиатура? Нет. И почему его так гнет? Пришел бы не да, в адеквате на работу. За работу. Мистер Босс, нужно подойти к нему. Мне кажется, мистеру Боссу лучше не подходить, иначе он сапает что-то неладное. Я могу спросить, где моя клавиатура, наверное? Я думаю, он не против, что я так двигаюсь? Извините. Где? Ё-моё, я об стол ударил. Вставай, давай. Все, судороги. Сам найду свое место. Ну, можно взять любое свободное. О, плюс 50 рубасов, нормально. Мне этот стул будет мешать работать. Прошу, прошу, господи, стул, да что ж ты вцепился в него? А... Что это за игра? Моя голова. В ад того, кто это управление вообще изобрел. Так, как там печатать? Вытянуть руки вперед. И работать! Я клик. Вот это да, вот это поработал. Так вот, кто работает, блин, в этих сервисных центрах, да, там, когда звонишь им, такой, а, у меня ничего не работает, такой, ща мы вам поможем. Попробуйте включить и выключить. Я слышал, я кликнул. Теперь я требую повышения, я хочу повышения. Щелчок забыл, дальше поработал. Принесите кофе боссу. Ну как из этого инвалида возьму кружку? О, я поработал снова. Жесть, да я уже заработался на сегодня, хватит. Все, это что, время что ли еще? Well done, вы уволены. Ну ты же нифига не well done был. Отлично. Дико крадусь. Да мне кажется, ему лучше не работать. Кружки. Стараюсь не съесть свои штанишки, как гласит эта вывеска. Босс, я несу кружку. Это заранее мы поставлю. Там же ручка. Все, бон аппетит. Наполнить ее кофе сначала надо. Блин, откуда я знал, я первый день. Это похоже на кофемашину, вроде, да? Дай кофе. Так явно не наберется. Да отстой, я же стараюсь. Ну правда, ты что, не видишь, что ли? Слышишь, я ты? Я очень может, стараюсь. Поговорим сюда, иди. Какой я уволен. Поясни за базар. Кофе, слышишь? Какая-то дичь просто что-то. Стулья, столы, я доберусь до этой кружки. Дайте, пожалуйста, стакан. Ай! Я что, флипнулся сзади и накололся? Я супер аккуратный. Все, все, я иду. Очень аккуратный. Вот вижу свободное место. Так. Работаю. Да. Я печатаю, я работаю. О, неплохо. Все видите, что я делаю? Все хорошо. Где нет, верни клавиатуру. Печатается. Она печатается там. Я работаю под столом. Босс, кофе... Работа под столом это... Как вам сказать? Не совсем хорошая работа, но каждый сам выбирает свою жизнь, Сос, что поделать. Не вовремя. Я несу, не смей меня увольнять. Нет! Нет, я же здесь, 25. Я не уволен? Выгибайся и вперед, давай, как Наруто. О-о-о! Я заготовлю заранее две кружки. Вот это я очень умный и продуманный. Вот это реально умён, умён. Здравствуйте, я начинаю работать. Я очень люблю работу. Да печатай ты по клаве, а не по стене, дурак. Балбес. Что ты там снизу пытаешься накликать, умник? Просто докопался до стола. Такой, на эти стол, подых. И пошли. Да что это такое? Я буду работать усердно, я не хочу быть уволенным. За что я уволен? Ты что, оборзел, что ли? Ну я же работал. Пошел вон отсюда. Работа прекрасная штука. Мой 500-й день, возвращаюсь снова на эту ужасную работу. Ужасный босс, отличная работа. Осторожно, я несу кружечку. Ты чё меня? Все, 12-е место занимаю, признаю моим. Стулья. Работа пошла. О, ну слушайте, он уже приловчился, приловчился. Кружечка для босса. Мистер Босс, все будет. Очень люблю своего босса. Неужели все получится? Yes. Да, он вылил в итоге, серьезно. Тихо, тихо, тихо. Да ты кто? Я уволен, походу. Ну на секунду не успел. А чё это ты уже перехотел, а? Невкусный уже? Уже невкусный? И чёрный без сахара. Ваше Величество, может быть вашу карету довезти до кофемашины? На! Ну ничего, бывает. Я тоже спотыкаюсь. Это у вас пол такой. Давай, давай, пойдем кофе посмотрим. Унижение босса просто прямо в эфире. Что ты развалился? Вот я цветок. Сейчас будет техники из Наруто доставать. Мистер Босс, там так много кофе.
Моя ошибка, извините, пожалуйста. В следующий раз я буду аккуратней. Посторонитесь, я везу босса. Вот твое кофе, пожалуйста, вот. Все, это твой новый кабинет. С отличным видом на мои мучения. А почему за моим столом кто-то сидит? Слышишь? Ты в курсе, что я здесь обычно нахожусь? Уматывай. Вон. Там посиди. Это мое рабочее место. Я дико люблю работать, я работаю тут. Набирайся. Я приловчился, я... Так, а ну-ка, пожалуйста, давай, он сможет. Теперь заработал. Он смог. Извиняюсь, меня устраивает это место. Как все жадно печатают. Куда мне этот Майнкрафт тащить надо? А, Worker 66. А почему они вообще рандомно написаны все? Не, босс, давай этот. Отстойная архитектура офиса, это твоя проблема. Че, помочь тебе? Вот здесь печатай. Да, я поработаю на твоей клавиатуре, иначе меня уволят. Все, я поставил здесь кружку, значит, это мое место. Ну ты помнишь правила, ты постоянно уваливаешь отсюда. Ой, я снизу печатаю. Это неплохо. Там кнопки тоже есть. Если он наберется боком, то я не знаю, как мне его нести. Жесть, ну это ненормально. Это ненормально! Да себя уволь, себя уволь. Видишь, я тоже могу быть боссом, ничего сложного. Ворк. Теперь ты уволен, понял? Ногами печатать можно? О да, моя клавиатурка, yes. Ворк плюс. Это я себя устроился на обычную работу, знаете. На нормальную работу, то было бы... Я бы примерно так же все бы делал. Это мои навыки в реальной жизни. Все, блин, уже закончилось, что так быстро. Ой, забавный видос. Ребят, не забывайте подписываться на Валеру Гостера, ссылка в описании. Также не забывайте, что можно подписаться на меня. Это бесплатно! Ссылка на меня вот-вот, вы уже на ней. Подписывайся, лайки, комментарии, колокольчики, все это так знать. Также у меня есть телеграм-канал, где я с вами общаюсь. Обязательно подписывайся и туда. А так я пошел. Всем удачки, всем пока. Пау.